Сегодня в Сочи проходит деловой форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нем принимают участие около 500 предпринимателей. Основная задача форума – укрепление позиции российского бизнеса в странах АСЕАН. Ряд рабочих встреч с российскими и зарубежными участниками форума проведет временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. На заседании первый заместитель министра экономического развития страны Алексей Лихачев отметил, что Тульская область не самая большая в России и не обладает объективными природными ресурсами или огромным транспортным потенциалом. Но при этом регион может сделать прорыв и делает его исключительно за счет человеческого ресурса, дополнительных проектов и контактов. Алексей Дюмин рассказал о том, что в области сейчас работает более 200 иностранных компаний. Мы развиваемся, нам нужны новые инвестпроекты, нам нужны новые партнеры для развития бизнеса, для развития производства. Значит, та программа, которая разрабатывается в Туле, экономическая, она предусматривает комфортные условия для пребывания наших резидентов зарубежных. Мы должны показать свой товар лицом, нужно за инвесторов биться, нужно находиться, нужно придумывать новые формы и способы решения этих проблем, чем мы на этой площадке занимаемся.